православном календаре 9 июня 2016-го очень важная дата. Верующие отмечают Вознесение Господне. Сегодня с утра прихожане отправились в храмы, где с половины восьмого проводятся праздничные службы. А для прихода в Боровицкой церкви дата вдвойне примечательная. Почему, расскажет Егор Орлов. История праздника гласит, на 40-й день после чудесного воскресения ученики Иисуса собрались в одном доме, и Христос явился, беседовал с ними и благословил ходить по миру и проповедовать Евангелие, учение Господне. Название праздника отражает суть данного события – завершение земного служения Иисуса и вознесение Его на небо. В честь этого и был наречен Свято-Вознесенским главный престол храма в Боровецком селе. То есть в этой церкви отмечается сегодня не только 210-й праздник православного календаря, но еще и престольный. Одна из особенностей сегодняшней литургии – все священнослужители в белых одеждах, символизирующих божественный свет, свет явления Христа Спасителя. А в самом храме яблоку негде упасть от наплыва прихожан, вспоминающих сегодня описание этого события в Евангелии. Вознесся на небо, и тем самым нам, простым людям, тоже дает надежду на воскресение. Но нам надо здесь на земле потрудиться, молиться, поститься, творить дела милосердия. Вознесение Господне отмечается на 40-й день после Пасхи. Таким образом, дата этого православного праздника переходящая, как и у следующего, Святой Троицы, которую еще называют Пятидесятницей, так как наступает она ровно через 50 дней после Пасхи. И в 2016 году это 19 июня. Егор Орлов, Радик Ганеев, РЕН-ТВ, Набережные Челны.